Заключительным этапом битвы IT-корпорации мы выбрали пляжный волейбол, так как уже у нас начался сезон отпусков, летний период, и поэтому пляжный волейбол, как никакой другой вид спорта, все-таки ассоциируется с отдыхом. Это у нас 10-й этап, который, в принципе, у нас финализирует битву IT-корпораций. Мы оглядываемся сегодня назад, смотрим на те 10 видов спорта, которые мы провели. В принципе, мы считаем, что для первого сезона у нас, по большому счету, все получилось. Мы благодарим те компании, которые присоединились к нам. К сожалению, мы не собрали, наверное, такого количества компаний, которое бы нам хотелось, но те семь команд, которые были с нами на протяжении этого года, мы им очень благодарны за спортивные их навыки, за ту командную силу, которую они показывали, и хорошие спортивные достижения, которыми они радовали нас во всех видах спорта. Не хотелось бы выделять никого из этих семи команд, так как для нас они все, в принципе, стали хорошими друзьями, хорошими спарринг-партнерами, так их назовем. Конечно же, как и в любом виде спорта, есть победители, есть проигравшие, но в общем турнире нашем у нас нет последнего места, да, у нас у каждой команды есть свое законное место, которое она заняла, и поэтому мы благодарны всем. У нас на каждый этап наш пиар-менеджер Ксюша Торина, наша любимая, она организовывает нам футболки, она организовывает нам тренировки, подготовку. На пляжный волейбол мы сюда приезжали пару дней назад. Почти на каждый этап мы приезжали готовиться в то место, где играли. Вот. Смотрели, кто сильнее. Да, отбор шел по играм, то есть это было все честно. Хотели участвовать очень часто, там, если нужна команда 6 человек, хотели участвовать 13 и больше человек. То есть отбиралось все по-честному. В целом все, наверное, удалось, если бы, к сожалению, могли бы, наверное, лучше, но немножко не собрались. Мы собраны, просто действительно есть команды посильнее, да. Нас здесь послабее, тут как бы уже зависит все от подготовки. Я считаю, мы достаточно подготовились, и второе место – это все-таки наше заслуженное. Есть легкое ощущение, что мы каждый раз могли сыграть чуть лучше. И мы будем очень стараться, и в следующем году, когда-нибудь, мы победим Никсы. Лично я принимала участие первый раз, и вот мне сходу так повезло. Отлично, я попала в крутую команду, здесь сильный очень волейбол. Вот, впечатления очень крутые, у нас было 8 команд. И все смогли сравняться своими силами, но оказалось, что мы все-таки круче. Где-то не хватило энтузиазма отдельных товарищей, где-то не хватило, скажем так, душевных сил собраться и доделать начатое.
Извини, пожалуйста, просто ко всему нужно готовиться. Если мы подготовимся, то в любом случае мы победим. Да. Без подготовки. Не были на тренировке, ко всему нужно готовиться. Я была на нескольких тренировках. Видишь, и там, где я была, там мы победили. Просто ко всему нужно готовиться. Естественно, те, кто, где мы участвовали, виды спорта называют лучшие, командные, наверное, все-таки это интереснее, чем индивидуальные зачеты. Потому что индивидуальные – это как бы про индивидуумов, а командные – это про компании и про команды в них, и вот это вот все. Для меня было сюрпризом, что это вообще финал всей битвы. Я думаю, за счет того, что в компании очень много талантливых ребят, которые очень разносторонне развитые и занимаются различными видами спорта. Плюс ко всему дружные, компанийские, и у них удается создать сплоченную, сильную команду. Это работает, объединяет ребят, лучше друг друга можно понять, и это очень круто сплочает. Очень помогла. Да. Мы везде участвовали вместе. Да, кроме покера, у нас с Леночкой чуть-чуть такие более спортивные наклонности. Вот. Но в целом, да, очень круто. Ну, у нас, в принципе, крутая команда Цикуны. А так она стала еще круче. По нашему мнению, турнир «Битва IT-корпораций» удался. Поназовем этот турнир бета-версией. Будем надеяться, что в будущем команды откликнутся, выскажут какие-то свои пожелания. Возможно, чем-то и как-то смотивируют своих партнеров по бизнесу, другие IT-компании. И наш турнир, турнир «Глобальная битва корпораций» будет только разрастаться и будет иметь более сильных соперников, сильные компании. Поэтому до встречи в следующем году.